Смотрите, что у меня есть. Это называется крема кафе. Кафе де Бенонно. Это десерт. А как это делается? Короче, это берется кофе. Блин, сейчас. Вот так, наверное, видно, да? Тенечки просто. О, супер. Кофе, сахар. И все это сильно перетирается. А почему оно называется кафе де Бенонно? Видимо, потому что это не лень было делать бабушкам. Ну, это кафе де Бенонно, это кафе бабушки на кофе. И, скорее всего, бабушкам просто не лень было вот стоять, знаете, перетирать вот кофе с сахаром, чтобы получилась вот такая вот вкусная, классная пенка. Ну, они в баре еще добавляют там шоколада, там какая-то, ну, в общем, вот такое. Это у меня такой завтрак. Это такой мой завтрак. Короче, отчет за третий день. Насколько я... А, видите, да, плавает человек, достает эти, как они, осьминожки. Что ты меня спрашиваешь, такое осьминожки? Осьминог это осьминожки, это осьминог. Вот со слабыми, со всеми вот этими делами, это очень вкусная тут деликатес. Здесь их много, этих осьминогов, очень много. Здесь куча камней, оно все под камнями там. Так, значит, отчет. Второй день был самый тяжелый. Наступало уныние, хотелось 100 раз все бросить, сказать, да что нафиг это мне надо вообще, к чертовой матери, психические какие-то вот такие реакции были. Но это все второй день, да? Вчера был третий. Честно скажу, здорово попустила. Вот прям, знаете, и спала хорошо, и целый день прошел как-то. Во-первых, уже не орала ни на мужа, ни на кого, ни на предметы, ни на людей, да, не срывалась. И психически, вот психической реакции не было, да. Плюс как-то уже и тяга поменьше уже. Ну, все вообще на самом деле было очень неплохо. Вот, то есть третий день прошел, ну, скажем так, как будто отпустила. Отпустила, ну и, конечно, организм тоже. Вот каждый день чувствуешь, что в организме что-то происходит. И нос дышит лучше. И вообще вдох лучше. И сегодня я уже прекрасно бегала. И даже почувствовала, что нагрузку даже увеличила по сравнению с прошлыми, до того, как бросала. Да? То есть сегодня я дольше бежала, чем ходила. Вот. Что еще? Интерес какой-то появился. Я не знаю, как это объяснить. Вот хочется что-то делать, куда-то идти, знаете, какие-то... А, еще куча времени освободилось. Это первое. А второе, вот что заметила. Включаю себе киношку, да, и лежу такая, смотрю киношку. И понимаю, что я лежу расслабленная. Потому что когда во время вот курения ты лежишь все время в каком-то таком состоянии, что тебе надо все время вот куда-то пойти. Ну, то есть покурить, да, понятно. И ты в каком-то таком вот, короче, не расслабляешься. Потому что тебе все время куда-то надо идти. А вчера вот я почувствовала такой, знаете, кайф, такой прям расслабон. Лежишь, тебе никуда не надо, ты понимаешь, что до тебя доходит вот осознание, да, что тебе никуда не надо идти. Что все хорошо, что вот лежи себе, отдыхай, расслабляйся, смотри кино. Вот этот мальчик, его зовут Франческо. Он убежал от бабы с дедой, блин. Еле вот поймали паразита маленького. В море хотел. Баба с дедой за ним. Он сюда первый прибежал, сзади бежали баба с дедой и кричали: «Франческо, бенико! Франческо, не позабыли!» Короче, ну ладно, интересный мальчик. Я наблюдала сценку. И, то есть я понимала, что в принципе отношения внуков и бабушек везде одинаковые, поверьте мне. Вот Франческо, все равно он от них сбежал. Паразит, а не Франческо. Вот. Сейчас дед, я чувствую, пойдет психанет и по сраке ему надает. Этому самому. Ну и что еще? Какие еще ощущения? Ну, вот видит же, что я снимаю видео и лезет в кадр специально. Вот он сзади не мог меня обойти, надо обязательно в кадр залезть. Паразит дед. И вот так что мы там что-то поймали, по-моему, нет. Нет, пока ничего не поймали, ни разу еще не нырнул. Трубка ни разу не ушла под воду. Это значит выцеливает. Ладно, пойду я. В общем, все здорово.
Третий день вообще все отпустило. Я думаю, что дальше пойдет только лучше. Наверное, уже 4-й, 5-й, 6-й там я соберу и вместе в конце недели выдам. То есть не буду каждый день уже рассказывать. То есть все вы поняли, да? Второй день самый тяжелый. А третий уже ты кайфуешь, наслаждаешься. Все, пока.